К другим темам. Самый крупный в этом году ремонт магистрального газопровода Омск-Новосибирск прошел в татарском районе Новосибирской области. Событие в календаре газовиков ключевое, ведь от надежности работы этой магистрали зависит газоснабжение сразу нескольких регионов Сибири. Обеспечивает эксплуатацию этой газовой артерии компания «Газпром-Трансгаз Томск». Газовики называют это огневыми работами. Одновременно на 20 участках газопровода 200 специалистов, используя десятки единиц разнообразной техники, приступили к ремонту. Основная задача огневых – это замена ранее обнаруженных дефектных участков трубы на новые. При этом ремонт идет круглосуточно, в жестком графике. Ведь на это время магистральный газопровод перекрывается, а от его работы зависит энергоснабжение огромного региона. Мы вот за этот комплекс огневых работ порядка 170 метров должны поменять. Вот в эти 10 дней должны уложиться, и чтобы не было перебоев с подачей газа населению. Это очередной этап в глобальной работе компании по обеспечению надежных поставок газа в 13 регионов Сибири и Дальнего Востока. У нас уже на протяжении 4 лет это, в общем-то, плановые работы, которые мы производим ежегодно. До конца года мы завершим. Это участок Парабель-Кузбасс, Томский, Юргинский, Кемеровский. Томск мы сделали в прошлом году, Юргу, Кемерово. Юргу сделали в этом году, Кемерово доделываем и сделаем в этом году. То есть все ремонты, они приносят результаты. И вот один из этих результатов – уменьшение количества мест производства работ. В этом году участков, подлежащих ремонту на магистральном газопроводе Омск-Новосибирск, на треть меньше, чем в прошлом. Газовики констатируют, что надежность этой газотранспортной системы с каждым годом становится выше. И проводимый капитальный ремонт стал еще одним вкладом в реализации этой задачи.